Всем доброго вечера, дорогие мои. Ну вот сегодня, я думаю, среда, пообедал поздновато. Думаю, вам покажу, как сейчас вот так вот вечером, среду. Вот, погода какая. Погода хорошая, нормальная. Вот, тепло так. Уже время 5 вечера. Я прошел парк, думаю, погуляю и отвечу на один вопрос, который мне подписчик, побывший по Первому каналу, задал. Ну, как задал, он меня спрашивает, звонит. Говорит, тут, говорит, один риэлтор, и мне отправляет скрин. Я уже миллион раз просил, мне не надо никаких скринов отправлять. Вот, говорит, он, говорит, риэлтор, он, говорит, дает, говорит, при покупке у него квартиры, призы, говорит, говорит, и холодильник, говорит, посудомоечную машину, телевизор. Вот, я у него говорю, а призы, я говорю, как называется? Он говорит, не знаю. Я говорю, ну призы должны быть каким-то названием, за что-то приз должен быть. Вот. Я говорю, ну, приз за какую-то победу. Вот. Или я говорю, ну, в крайнем случае, приз, я говорю, года главному лоху, главному ушастому фраеру. Он обиделся немного. Ну, что говорит, вот человек же, говорит, призы дает, и это, и вот такие подарки, если у него я куплю квартиру. Я говорю, ну, идите купите, что вы меня-то спрашиваете. А призы... Какие будут? Думаете, хорошие, нормальные? Блин, это невозможно. Смешно становится, понимаете? Вот уже люди не знают, чем завлечь кого-то. Это, да, мы взрослые люди уже, да, уже об этом миллион раз переговорено уже. Ничего, призов никаких в жизни не бывает так просто, ребята. Вот. Призы, подарки при покупке квартиры. Я посмотрел, я говорю, ну, он говорит, еще меня заявляет, говорит, он говорит, оказывается, партнер этого застройщика, да, я говорю, ждал этот турецкий строитель, бизнесмен, такого партнера, когда же он, голубь ясный, вот, объявится где-то и ему станет партнером. Я говорю, я не знаю, я говорю, я ничего, отговаривает, говорит. Наверное, подумал, что я, наверное, начну отговаривать. Я говорю, нет, вот кот, мой друг, со мной ходит. Этот, по-моему, умнее, чем больше наших людей. Да, мой хороший? Вот, деревья здесь хорошо походить. Ну, что мне сказать? Сейчас идут на все ухищрения, чтобы... Тюхнут людям. Подарки вы делаете сами себе. Покупаете квартиры дешево и купите подарки сами себе. Вот. За сэкономленные деньги вы себе сделаете 10 холодильников, 10 посудомоечных машин. Еще и на машину может останется. Чем покупать втридорога квартиру за какие-то там призрачные подарки и призы. Мы дети, понимаете, вот у нас взрослые люди, большинство из нас вот взрослые люди, за 50 уже никак не можем очухаться. Мы хотим халяву, призы какие-то ищем, верим в какие-то чудеса. Вот. А чудес как таковых не бывает. Тем более в таком деле, как продажа квартир здесь, в Анталии, в Алане, без разницы. Вот. Есть ли, говорят, хорошие здесь риэлтора? Я откуда знаю? Говорят же, вот такой этот, вот хороший мент, вы сами знаете, какой мент. Ну, хороший риэлтор, я не буду говорить, чтобы не обидеть риэлторов. Я еще не видел среди них нормальных. Нормальных не видел, чтобы кто-то из них
Вот как-то это. И без разницы, это кто, наши, не наши. Вот. В деньгах нет никогда наших, не наших. Вот, меня преследует, ходит. Постоянно я приезжаю сюда, его иногда подкармливаю. Вот он, благодарное существо. Котлеток поел, две котлетки, довольный. Вот. Лучше вот такие кормить, чем людей, блин. Вот. От них больше пользы, больше благодарности от животных. Ах. Так что я не могу вам ничего по этому поводу сказать. Вот. Это я рассказал к тому, что, видимо, это самое. Говорит, ой, все бегут сейчас за подарками, сейчас за призами. Я говорю, пусть бегут. Думали, наверное, я начну отговаривать, что-то сказать. Я что, дурак, что ли? Вот. Самое удивительное то, что человек даже боится подписываться на мой канал. А вдруг я расстрою этих риэлторов? Я не стал подписываться на ваш канал, на новый. Вот. Хотя я смотрю, боюсь, а вдруг они это... Я говорю, ну давайте, давайте. Вот. Люди, понимаете, вот настолько такие стали, что говорит о том-то, о чем-то, вот, что такое порядочное, уже не стоит. Вот. И отговаривать кого-то, указывать кому-то правильный путь, это себе дороже. Вот. Поэтому, если в жизни возникнут такие ситуации, советуйтесь прежде всего со своим сердцем. Сердце, что вам подскажет, то и делайте. Вот. Никого не слушайте. Никого. Подарки делайте самим себе. И призы тоже. Вот. Призы, подарки. Конечно, если квартиру втюхнут два раза дороже, за эти деньги можно очень много подарков сделать. Очень много. Частичку себе, то есть. И частичку там, и отдать. На тебе тоже. Чтобы доволен был. Вот. Я в своей жизни очень много делал подарков в жизни людям. Вот. Когда человек после этого тебя отблагодарил как-то уже по-другому, думаешь, а зачем я это делал-то? Для чего я старался-то? Вот. Вот это люди правильно и делают, что они и свою берут, и еще подарок. И себе, и тебе на, приз. Поощрительный приз. Как главному ушастому фраеру года. Вот. Такие вот дела. Ну, всем доброго вечера, хорошего вечера, дорогие мои. Вот. Будьте счастливы, здоровы. Вот. Главное, я еще раз говорю, верьте себе. Вот. Своему сердцу, что оно вам подскажет. Вот. Такие дела. Пока-пока всем.